бак. Налим? Налим, но. Ну-ка, дядь Саш, покажи на камеру трофея. Здрасте. О, хороший. Хороший налим. Второй побольше. Второй побольше? Зачет. Че, на спиннинг будет сейчас клевать, нет? Должно. Ни хрена себе. Нормально. Молодец. Ну ладно, счастливо. До избушки. Давай. Начинаем рыбалку. Такую блесну одела под цвет воды. Вода очень грязная, мутная. А ты на что будешь? На виброхвост? Да. Покажи, что там за виброхвост. Сейчас найду. Он как играет. Да, Сергею привет. Если будет смотреть, который мне блесны эти подарил. Ну ладно, сейчас потащим дорожку. Ништяк. Включил. Первая сегодня. Что, ты с той стороны? А-а-а. Давай. Нормальная. Уха сегодня будет. Ты заглуши его, наверное, что ли, пока. Я там зацепился это. За корягу. Видишь, вот это сыграло и тут же на крючок село. Давай, приподнимай. Ну, резина, блин, работает маленько. С почином. Так. Что, блин? Ну, все, рыбалка началась. Неужели мы разрыбачили этот день? И совсем не стесняется. Ну правильно, время обед. Смотри, вообще не боится. Вообще не стесняется. Вот нас здесь и нет, да? Не говори, скажи, ну кто вы такие, чтобы я на вас внимание обращал? Отвернулся с тобой. Окунь. Окунь? Да, подожди, Андрюха, может сорваться. О, давай. Первая моя рыбка на вертушечку. Хорошо заплатил.
Ну-ка, этот бы не сорвался, но... Ну, нормальный такой. Надо это Макс сказать, потому что он готов. Такой вот полосатик. Меня теперь с почином. Так, поклевочка. Окунь. Второй окунь. Ну, небольшой. На такую блесенку. Как? У тебя инструмент далеко какой-то? Добраться до избушки, до темна. Мелко. Так. Да, забираемся вверх. Перебор на переборе. Воды очень мало. Не знаю, успеем сегодня, нет, до избушки. Мотор приподнят, Ямаха вещит. Чем выше, тем сложнее. Мелко. Уже плёс такой большой, мелкий. Здесь уже все, глубина. Так, сейчас посмотрим по навигатору, где мы там едем. Так. О, еще прилично нам. Вот до сюда нам еще добираться. А у нас 2 часа световых еще впереди. Не больше. Еще прилично. Вот, мотор на мели. Помимо того, что мелко, тут очень много брёвен. Рыбачить уже времени нет. Хотим добраться до избушки. Ну, взяли на всякий случай палатку. Если вдруг... Еще и зуб спалить успеем. Да не говори по светлу, без фонариков. Подходим к избушке. Успели засветло. Это хорошо. Раньше сплавляли лес по этой реке и замусорили его капитально на каждом... Есть очень много плотов. На каждом переборе, да, плоты. Ну и не только на переборе, конечно. Можно на него налететь. Это сколько? Километров 50, да, мы прошли? 50. Наверное. Нет. Меньше. Километров 50 мы сегодня, ну мы в обед только вышли, километров 50 прошли, ну и вот здесь нас встречает сейчас избушечка, ага, вон она, замечательно. Сейчас осмотримся. Дощечки, все как надо. Мостки выстелены. Все для людей. Да. А то я уже думал, все, мы сегодня туда и не приедем. Все, разгружаемся. Сейчас чуть попозже покажу. Вот добрались мы до этого замечательного места. Просто кайфовое местечко. 5 звезд, да? Да.
той стороне кедрач. А это дорога старая. Да, вот она пошла там след. Видно, но. Кедрач далеко еще здесь. Сейчас тропа звериная. Вот такая обстановочка здесь. Сейчас будем обустраиваться. Да. Ох, тут и грибов сколько, груздей. Но. Ну, грибов нынче много. Везде. Вот звериная тропа. Тут же проходит. Рядом с избушкой. Ну, сон в избушке. Никто не навредит. Был я здесь однажды. А это дальний? Да, это место. А кто и не был, да, получается? Дальний не был, да. Да, вообще. А мы орех добывали где-то недалеко уже отсюда. Кидаешь туда пошел? Не, мы поднимались выше. А, да? Ну. Я бы, честно, до кругача поднял. Вот тут опята. Есть пень в опята. Ну, медведь сюда заходил, в эту избушку. Вот он оттуда майонезик выцепил. Сейчас будем готовить. Печка топится. Уха варится. Хорошо, что успели, да, темно. Поймали сегодня одну щуку. Ну, рыбный день у нас завтра намечается. С самого ранья. Сегодня мы... И дорога весь день заняла. Так, проснулись мы ранним утром. А тут гость у нас. Нежданный. Вот он. Глухарь. Да нет, на земле на нас смотрит. Блять, я не вижу. Ну, в камеру, да? А. Хороший. А, вон он. Гость. Догоним его. М? Догоним его. Он ближе был. Я его спугнул. Да, вот такой гость к нам пожаловал сегодня. Распушился.
Сане уже не терпится порыбачить. С лодки кидает.